Теперь давайте перейдем к следующему конструктору сайтов в списке — Wix. Wix поставляется с более чем 800 шаблонами веб-сайтов, каждый из которых можно использовать совершенно бесплатно. Поэтому независимо от того, какой тип веб-сайта вы хотите создать, Wix гарантированно предоставит вам идеальный шаблон. Wix также имеет конструктор веб-сайтов с перетаскиванием, как и Squarespace, что позволяет размещать элементы в любом месте на странице, как и Squarespace. Конструктор веб-сайтов Wix дает вам еще больше гибкости и возможностей настройки, когда дело доходит до дизайна вашего сайта. Однако, по моему опыту, на Wix намного проще ошибиться и сместить элементы не туда, из-за того, какую большую свободу они дают вам. Я также обнаружил, что в Wix мне обычно требуется немного больше времени для оптимизации контента для мобильных устройств, чем в Squarespace. Одна вещь, которая отличает Wix от конкурентов, это их открытый рынок приложений. Это позволяет независимым разработчикам создавать приложения, добавляющие дополнительные функции на сайт Wix. В настоящее время существует более 300 приложений, большинство из которых можно использовать бесплатно, как и большинство других универсальных конструкторов веб-сайтов. Wix также позволяет вам создавать блог или превратить свой сайт в интернет-магазин и продавать товары. Когда дело доходит до электронной коммерции, Wix – хороший вариант для небольших интернет-магазинов или для людей, у которых уже есть веб-сайт Wix и которые хотят начать продавать некоторые продукты. Однако, если основной целью вашего веб-сайта будет продажа товаров в интернете, я действительно рекомендую другого поставщика, о котором я расскажу позже в видео. Если вы ищете универсальное решение для создания блога, то я бы лично выбрал Squarespace, а не Wix, поскольку их функции ведения блога немного сложнее, чем я видел. Также, как и конструктор веб-сайтов GoDaddy, Wix предлагает совершенно бесплатный план, что означает, что вам придется разместить свой веб-сайт на домене Wix, и у вас также будет реклама Wix на вашем веб-сайте. Самый дешевый план начинается с $16 в месяц и позволяет вам использовать собственный домен и избавиться от рекламы Wix. Плюс вы получаете бесплатный домен в течение первого года, если решите платить ежегодно. Если вы хотите продавать товары на своем веб-сайте и создать интернет-магазин, вам придется использовать планы для бизнеса и электронной коммерции, начинающиеся с $27 в месяц. Так что Wix – отличный вариант, если вы ищете универсальный конструктор веб-сайтов с широким выбором шаблонов и хорошей гибкостью, когда дело доходит до дизайна вашего веб-сайта.